Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами я, Ведьмак, и вы смотрите прохождение игры BioShock Infinite. Я уже опять, как всегда, неделю не играл, и поэтому ужасно соскучился по всему вот этому происходящему. В предыдущей серии, если вы не помните, произошло очень много событий. Элизабет, которая почему-то не закрывается рот в этой сцене, убила, пронзив насквозь ножницами Дейзи Фицрой, предводительницу местных революционеров. Вот, обезглавив тем самым революцию. Потом мы попытались улететь с ней из Колумбии на вот этом вот замечательном транспортном средстве, но по пути на нас напал Сонгберд, то бишь соловей, а механическая огромная человекообразная птица, которую мы видели практически в самом начале игры, когда освободили, когда зашли к башню Элизабет. Вот, но в той сцене соловей погиб. Однако после того, как мы с Элизабет прошли дважды через порталы по измерениям, судя по всему, мы попали в такое место, где соловей жив. Вот, ну что ж, давайте идти дальше. Элизабет, как вы видите, переоделась в костюм новый. Этот костюм... Это, говорит, дом Комстока. Обычный народ нахапал добро и бежит с Колумбии, я так понимаю. Так, это у нас... В общем, крысы покидают корабль. Все как обычно. И тащит за собой, естественно, всю поклажу. Хера себе сумочка. Зачем они бы взяли с собой ракетки? Тебен Бинтон или что это такое? Ну да, похоже на то. Люди, вы чё? Жизни свои спасайте. А не барахло это тащите. А я притырю. Апельсинка. Так. Ну что ж, у нас, я так понимаю, наступил один из периодов игрового затишья, когда мы можем оглядеться. Вдалеке вы там видите, я так понимаю, грозу. Возможно, искусственную, возможно, настоящую. Вообще, на такой высоте, я не знаю, существуют ли грозы, но тем не менее. Яблоко. Не хочу. Пусто. Я, как всегда, шариваю каждый угол по той простой причине, что на сложности 1999 год игрок сильно ограничен по ресурсам. Как по монетам, так и по патронам, поэтому вот приходится лазить по мусоркам. Чтобы хоть как-то... Так, все, баржа улетает. Кто стреляет? Видимо, по ней кто-то садил. Куда люди опять исчезли? Да что ж такое-то, ну? Стоит отвернуться, они все куда-то исчезают сразу же. Что такое? Что за люди, а? Никакого на них. Кто стреляет там? О, автомат. Но нам, правда, он вряд ли, правда, пригодится. Ага. Теперь мы сражаемся против революционеров, которые ходят в таких пафосных кумачевых одеяниях, как будто советская прям революция, мать ее. Так. Спокойно, да? Ну, меня, конечно, быстро всаживают. Я уже забыл, как здесь сложно играть. На высокой сложности ломают просто как вообще. Так, у нас магазинная винтовка, которая скорострельность имеет поменьше, чем у обычного автомата, но зато что зато, ну она, по-моему, сильнее стреляет, да, повреждений у нее побольше. А
может и нет, я хрен знает. В общем, оружие, у которого иконка красная, оно является, собственно, оружием именно из параллельной вселенной. Вот. Такая вот интересная механика. Ой-ой-ой-ой. Давай. Элизабет нас, как всегда, снабжает всем необходимым посреди боя. И еще добавок открывает всякую полезную штуку. Ой. Так, мне надо вот этого вот товарища. Ой-ой-ой-ой. Пусть он по своим стреляет, а не по мне. Во, вот что мне нужно. Вот это моя любимая пушка в игре. Револьвер и снайперская винтовка. Это просто самое лучшее, что здесь есть. Просто как, я не знаю, мухобойкой укладываем. Отлично. А мне не нужна аптечка, да? Ладно, продолжаем. Ну, этот бой был такой, мне кажется, разминочный, потому что дальше нас, я думаю, будет ожидать куда более серьезно. He wanted any part of this. Did you? Это трогательная сцена. И тут же просто потопталась по трупу. А, блин. Выглядело, конечно, смешно. Лужа воды. А, может быть, по ней можно было шиндарахнуть электричеством, но это уже теперь не важно. Так, ну вот это, я так понимаю, замок Комстока. Неплохо он себя отстроил тут. Так, что это вообще? Ну да, похоже, это для электричества была ловушка. Я ее с такого расстояния не увидел. Отмычки. Количество отмычек, что характерно, у нас увеличивается. Найти бы еще. Куда их применять? Да, Элизабет еще и отрезала себе волосы. Хвостик. Brought me books. He was my friend. Friend. Until I grew up. And I hated him. Because he was my warden. He's just Comstock's pet, isn't he? Just like me. Done. Okay. Скальпы. Скажи пророку, что мы идем. Да, Фицрой кровожадная стерва просто была. Букера, конечно, большой опыт во всем этом. Революция идет полным ходом, я так понимаю. Красные кумачевые флаги, порушенные статуи, убитые богачи, раскулаченные. Ну и что? К чему все это приведет? Я думаю, мы увидим в ближайшее время. Я думаю, что ни к чему хорошему. Все это очень плохо. Ни одна революция не заканчивается хорошо. Давай, до свидания. Давай, до свидания. Хедшот из револьвера решает любые проблемы. Так, патронов бы побольше, конечно, найти. Ага, снаружи давайте еще вернемся в этот зал, посмотрим, что там есть. Например, грузовой лифт. Тулик, говорю, круг. Снаряжение, да, почему каждый раз, когда я захожу в игру, мне показываются заново все подсказки. Так, что у нас там по снаряжению?
Ну, все это уже нам не нужно. Похоже, больше некуда прыгнуть. О, я как раз спрашивал, куда потратить отмычки. Собственно, открываю. Фигня, говорит, а не замок. Ну, давайте посмотрим, что нам судьба преподнесла. А, ничего хорошего. Какой-то нагреватель. Что это такое вообще? Ёпрст. Какой-то адский дробовик. Ну, мне он не нравится. Я, скорее всего, даже не буду в ближайшее время, ну, собственно, до самого конца игры, особо менять оружие. Постараюсь держаться снайперской винтовки и этого вот револьвера. Крутого. Отличный экстракт. Так, я хочу прокачать здоровье до самого конца. Потом уже все остальное, потому что здоровье у нас как раз один из самых ценных ресурсов. Ну все, я так думаю, можно возвращаться. Я, честно говоря, даже не знаю, стоит ли что-нибудь сейчас увеличивать, улучшать. Давай. Денежка. Попробую накопить на улучшение оружия лучше. Я потому что по большей части стреляю, по меньшей части использую всякую магию местную. Так, в общем-то, было и в других биошоках. Я там достаточно ситуационно использовал все это. Вот. Предпочитаю вкладываться в оружие. Хотя, с другой стороны, магия это она всегда со мной будет, а вот оружие мне приходится менять время от времени. Потому что патроны кончаются. I saw something once when I first got here. A dream. It was New York, but larger than any New York I ever saw. It was burning. None of the prophet's magic is rubbing off on you. Я тоже надеюсь. Так, понеслась. Так, почему я не попал? Должен был. Так, Элизабет, давай. Готов. Так. Давайте, сражайтесь друг с другом, роботы. А я пока. Да, мой робот почему-то адски тупой. Аккуратнее, ну. Чё? Так посмотри. Ой, как не вовремя. Вот ты тупой. Все, того уложили. Ты просто тупень. Ни капли мне не помог. Ладно. Не хочу эту херню брать. Судя по опыту обращения с ней ранее, это одно из самых неудобных оружий в игре. Так, это просто пулемет. Ну, пока мне хватает патронов для револьвера, я буду пользоваться им, а потом уже перейду на подручные средства. Мычка. Кто-то убился, похоже. Ну, такое ощущение, что он застрелился просто-напросто. Элизабет, давай. Элизабет. Давай, давай. Блин, я боюсь, что опять этот сволочь прилетит и порушит нам все. Так, что у нас там по патронам? Перезаряжать ничего не надо. Поехали. А что там впереди? А, это эти двое опять. Кто? Well,
invented the technology that allows the city to float. Giant balloons. Quantum particles, suspended in space-time at a fixed height. So, not giant balloons? But the thing is, my book said they disappeared several years ago. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. But you didn't. But I don't. Are you sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come? No. The subjunctive? That's not. I don't think the syntax has been invented yet. It would have had to have been. Had to have had been. That can't be right. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. Odd, isn't it? What's odd? The fact that we sometimes finish each other's sentences? Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city there. Да, интересно. В самом деле интересно, ребята. Что мне нравится в Биошоке, это как раз таки такие вот интересные персонажи. Вообще, в принципе, здесь очень много интересных моментов, которые просто во многих играх не делают в угоду там графону, физике, там, не знаю. Здесь внимание больше уделено сюжету и интересным персонажам. Так, ну, в общем, это парочка люцов, я даже не знаю, муж и жена это или все-таки братья и сестра, скорее всего, брат и сестра, по крайней мере, мне так кажется. Вот почему они такие и, собственно, откуда... Откуда у них такие способности? Фактически. Магические. Или скорее паранормальные, не знаю. Назад мистические. Ну не мистические, наверное. В общем, они сейчас с точки зрения Букера Девита кажутся такими, не знаю, сумасшедшими богами. Которые забавляются с людскими судьбами, а сами при этом остаются где-то сбоку игральной доски. Забавно. Слышится стрельба, а радио все равно работает. Там сидит диджей или какой-то там RJ и продолжает делать свое дело. Так, кратобой какой-то. Это, видимо, очередная вариация гранатомета. Но я и не буду его брать. Наверное, может быть, вам было бы интересно, конечно, посмотреть на различия оружия. Но мне не хочется пробовать по той причине, что на высокой сложности смена оружия на какое-нибудь неэффективное или кривое, или еще что-нибудь такое, она чревата тем, что меня просто убьют. Поэтому я не хочу рисковать. Увеличенный урон. Увеличенный урон. Давайте увеличим урон. Так, хватит ли мне на увеличенный перезаряд? Нет, не хватит. Ну что ж, подождем, накопим. О, давай. Кидает на одну монету, а прибавляется сотня. Интересно, может мне сейчас хватит? Ну да. Как вовремя Элизабет нам выдала штучку. Интересно, где мы? Здесь такая красивая архитектура. Вот бы у нас так строили. Все эти вокзалы, прочие здания. Всех поубиваем, всех зарежем. Так, опять этот чувак в шляпе и с усами. За Комстоком. Престон Э. Даунс. Мистер Комсток, когда встретимся в следующий раз, пеняй на себя. Сходил я в этот твой зал героев, зал лжепророка. Кстати, выяснилось, что Дэвид говорит на языке Сиу. Он помог мне перекинуться парой слов с этим пареньком-калекой.
Послушал я про житье-бытье мальчишки и решил вот что. Когда будем снимать с тебя шкуру, резать я доверю ему. О как. Ну, интересный тоже человек, наверное. Я не знаю, встретимся мы с ним или не встретимся, но было бы интересно с ним пообщаться. Так, открывай. Автоматическая пушка. Похоже. И это тоже. Открывай. Блин, что-то я потратил все отмычки, я смотрю. Все-таки. Так. Опять эти странные пушки. Вроде бы здесь больше ничего нет. Что у нас в сейфе? Бабло. Ну, бабло побеждает зло. Я думаю, нам пригодятся деньги. Пригодятся. Куда теперь? В эту сторону давайте зайдем. Ой, бар соленая устрица. Чё за упыри? Пошел вон. Да как я по нему ни разу не попал-то? Ты посмотри. Чувствую себя безумно косым. Так, кто здесь еще? Ой, да ладно тебе. Сейчас мы тебя устроим веселуху. В этой игре, кстати, достаточно жестокие добивания. Вот и все. Револьвер решает. Так, пусть музычка играет. Я думаю, это будет повеселее. Тут так страшно и уныло. Деньги. Так. В общем, ничего полезного такого. А, ну здесь одежка какая-то есть. Опять аэрометка, стегите нафиг. Буду ее надевать. Мычка. Все достаточно типично. И выйти отсюда, я так... Давай. Да где же ты их берешь-то? Appreciate it. Да. Модель повреждений раковины, конечно, смешно. О, какой-то мультик. Слово пророка, брат госпожи Люц, а вот и эти товарищи. Величайший ученый Колумбии представляет своего брата-близнеца. Он тоже физик. Еще один гений, кто бы знал, что у нее есть родня. У меня такое подозрение, что... Ее брат тоже является каким-то, я не знаю, результатом эксперимента. Она создала себе какого-то не клона, но свою вторую сущность, только в виде мужика. Раз она какую-то фигню с квантовой физикой крутит, то можно подумать, что у человека, в принципе, есть его какой-нибудь квантовый близнец. Лишь его же состояние, только в другом мире. Вот это так. Вообще, словосочетание «квантовая физика» в последнее время используется для того, чтобы обосновать вообще все, что угодно. Любую магию. Потому что никто толком не знает, что такое квантовая физика. Так, голову долой. Блин, собака. Ладно. Куда он так рвется, интересно. Давай. Ой, я сейчас отхвачу. Ой, я сейчас отхвачу. Так, кто там воюет-то со мной так? Ой-ой, тут еще кто-то нарисовался. А че у них фонарики из головы светят, интересно? Так. Да где ты там?
Куда он делся? Ага. Готов. Так главное, чтобы меня сейчас не догнал. Потому что он взрывается. Как чертов псих. Блин, 5 патронов кончаются. Да что за жизнь? Чего у тебя тут блестит? Отмычка. Что такое? М. Двери открылись, закрылись. Я не понял, что это было. Ну, ладно. Так, немножко взяли патронов. Но это слишком мало, вообще говоря. Можно было, наверное, купить патроны, но мне жалко денег. Так, ладно, пока не буду тратить. То есть пригодится. Давай. Ты мне в лицо чуть не бросила. Ладно. Сюда мы пробились. А что дальше? Ой, какое-то... Блин, красиво. Красиво в этом городе. Строили красиво. И... Катушка Тесла, давай. Кто по мне стреляет? Так. Блин. Опасно. Ой. Придется отступить. Опасная ситуация. Успокойся. И кто там тут бьет? Эпично так. Давай. Остался этот гребаный робот. Да? Нет, еще кто-то. Да, откуда же вы беретесь в таком количестве, но... Офигеть. Он, похоже, так и будет бежать, да, блин. Давай, давай, иди сюда, иди. Иди, дорогой. Спускайтесь сюда ко мне. Так, сейчас наш боезапас кончится. Собака, да что ж такое-то, ну? Ну идите вы сюда, я здесь стою. Чего там бегать, как дебилы? Как будто я не знаю, блин, мне к вам надо идти, а не вам ко мне. Ёлы-палы. Давай, ну, ну, дебил. Готов. Ох ты, ёптыть. Только тебя мне и не хватало. Так, давайте его законтролим. Давай. Спасибо.
Нифига себе пролетело. Офигеть. Да блин, что за битва бесконечная? Они что? Вся революция тут собралась, что ли? Я не понимаю. Офигеть. Иди нафиг, псих. Да ёбкарный ты бабай, ну. Офигеть, вот это засада. Бля, запарил. Так, и все, сдох, короче, я так понимаю, да? Да иди ты в пень. Фу, да, патроны у меня, конечно, лоло. Да, как короче? Не понял. Ой, какая отдача. Блин, еще один придурок, что ли? Это жесть. Давай. Ну где ты там, урода кусок? Блин, суровый бой. Ой, корявый. Давай, бери. Пробуем с этой дурынды расстрелять. Нифига от него пуля отлетает. Офигеть просто. Ну, я сейчас еще и сдохну. Отлично, блин. Ты псих, отстань от меня. И двое, похоже. А или он один все-таки такой? Да ты посмотри. Выключи. Бляха муха. Все. Урода кусок. Капец, ну тут была засада. Если бы сюда еще и механик прибежал, то все, я бы точно тут лег. Так, ну давайте на этом моменте завершим серию. С вами был я, Ведьмак. Вы смотрите прохождение игры BioShock Infinite. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите еще. Всем пока.